Доброго времени суток, с вами Даниил Добро. Сегодня я покажу, как в BIOS запустить загрузочную флешку. Я показывал на достаточно старых BIOS, на более новых версиях ноутбуков или материнских платах, все это делается еще проще. Также работает мышка, а не только клавиатура. Сразу после включения внизу в экране появляется надпись о том, как войти в BIOS. Но не всегда следует иногда использовать инструкцию к вашей материнской плате или ноутбуку. После загрузки BIOS заходим в меню Boot, где выбираем нашу флешку, либо настраиваем на запуск с флешки. Обычно сбоку или снизу, либо сверху показаны основные клавиши BIOS управления меню BIOS. После настройки надо все сохранить, в данном случае клавиша F10, сохранение, у вас может быть другая. Теперь покажу на другом BIOS, как сделать аналогичные действия. Загрузить компьютер с флешки. В данном случае тоже нужно было использовать клавишу F2. Опять переходим в меню Boot, загрузка. Тут инструкция уже сбоку, плюс-минус для переключения. Вот скриншот, как все должно быть в итоге. После всего этого сохраняем, нажимаем клавишу F4. После этого компьютер перезагружается и начинается запуск с флешки. Но в данном случае флешка должна быть файловая система NTFS. На этом я заканчиваю свой обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих видео.